Дорогая церковь, всех вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. И хотел также поздравить особо всех наших матерей, бабушек, прабабушек, сестер, которые уже в возрасте, ну, может, не имеют эту возможность, но тоже как матери для кого-то в жизни с этим праздником в нашей стране, День Матери. Это очень прекрасный праздник, который мы имеем. Огромная благодарность должны подарить каждым матерям и благодарить, что они у нас есть, потому что мы вас любим, и вы столько много делаете для нас. И сегодня, вот, когда думаешь, о чем можно говорить, первое, что мне пришло на мысль, это говорить о любви матери. Это то, что характеризует каждую матерь, которая любит своих детей. Это любовь, любовь жертвенная, неизменная любовь, которая дает все. Я хотел поговорить о любви, о вот этой любви друг к другу. Знаете, любовь матери – это не только любовь к одному, к ребенку своему. Матерь, она влияет на окружность свою, она влияет на церковь нашу. Любовь матери, она очень ценна. И где-то в прошлом месяце мы начали новую серию с вами проповедей, я назвал «Друг друга». Проповеди «Друг друга», которые часто встречаются в Новом Завете, но они все в разных местах. Апостол Павел говорит, и другие евангелисты говорят об этом. Друг друга, например, наставляйте друг друга, служите друг другу, назидайте друг друга, прощайте друг друга, утешайте друг друга. Вот такие выражения встречаются. И в прошлый раз мы говорили о важности, о том, что мы члены друг друга. Мы члены друг друга, мы все разные, но мы нужны друг другу, чтобы дополнять друг друга. А сегодня у меня есть желание поговорить с вами о том, что мы должны любить друг друга. И как мать любит своего ребенка, так и Христос хочет, чтобы каждый христианин любил друг друга. Вроде это понятно, это христианская жизнь, и мы все знаем это, но давайте немножко глубже посмотрим, что хочет Христос от нас. Для этого я прошу, откройте со мной Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 31 стиха мы прочитаем до 35-го. Это уже самые последние слова как бы Иисуса Христа для своих учеников, которые скоро, Он говорит, я уже скоро уйду, и Он оставляет им что-то очень дорогое, драгоценные слова, которые им нужно будет знать. И Он говорит им следующее, Иисус говорит эти слова. «Когда Он вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому и узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я назвал свое рассуждение, почему нам нужно любить друг друга, и мое желание ответить на этот вопрос своими основными мыслями. И вот в этих стихах мы можем увидеть то, что Христос говорит нам очень важное. И до этого мы знаем, Иисус собрал учеников своих на горнице, и Он уже совершил Пасху, вот эту ветхозаветнюю, и Он говорит, что «Я буду этот Пасха, который, я буду закланный агнец за весь мир». И потом, мы знаем, Он умыл ноги своим ученикам, это очень важное служение Он сделал, которое никогда не происходило раньше, потому что всегда понятно было, что должен ученик мыть ноги своему учителю, но не наоборот. И Он показал им любовь, служение. И также Он установил вечерю Господню. И это мы вспоминали в прошлый раз. И здесь Он говорит о том, что мы должны любить друг друга. Я хотел начать с того, что мы никогда не сможем любить друг друга, как любит нас Иисус Христос, и как должен любить, как Христос хочет, чтобы мы любили, если у нас не будет этого отношения со Христом через вот эту близость, через понятие, кто Он есть. Мы будем просто делать какие-то
виды служения, что-то будем делать, но это не будет от чистого сердца с любовью. И Господь этого не хочет. Он хочет, чтобы все было у нас с любовью. Я хотел ответить на этот вопрос. Почему нам нужно любить друг друга? Первое – это потому, что этим мы прославляем Христа. Этим мы прославляем Христа. И вот здесь вот в 31-32 стихе 5 раз повторяется это слово «прославить». Сын прославит Отца, и Отец прославит Сына. И это понятно, что именно в Голгофской жертве, когда Иисус будет висеть на кресте, это принесет славу Отцу. И очень тяжело представить, потому что, кажется, это самый несправедливый акт во всей истории, что невинный человек умирает на кресте, но это принесло славу Богу. Потому что Иисус говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына, да и Сын прославит Тебя». Это все связано с этой жертвой Голгофской. И знаете, еще одна мысль, которая очень важна, поможет нам связать эти мысли, это то, что апостол Павел говорит 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих. Здесь апостол Павел говорит: «Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Как прекрасно, что у нас есть эта привилегия прославлять нашего Отца, Иисуса Христа, Он в нас и мы в Нем. Это очень удивительная возможность, которую мы имеем. Когда Господь умирал на кресте, Он прославил Своего Отца, и Отец прославил Сына. Но теперь, когда Церковь находится на земле, мы прославляем Иисуса Христа своими делами, своей любовью друг к другу. Это первое, мы прославим Иисуса Христа. Вторая мысль, почему нам нужно любить друг друга, потому что это повеление Христа, дорогие мои, это повеление Христа, это не просто какое-то пожелание, это не какое-то желание Иисуса Христа для некоторых христиан, это повеление для всех, да любите друг друга. Как вот мы понимаем, у некоторых есть разные дары, дар ученичества или дар быть пастором, как-то особо работать с людьми, но любить друг друга – это не дар, это Христос дает каждому христианину, и мы должны в этом работать, развивать это. Дорогие братья и сестры, вот христианство, оно отличается именно вот этой вестью, что мы должны любить друг друга, не просто говорить какие-то, не просто что-то делать. Знаете, другие религии, они говорят: ты должен что-то делать, но не так важно, любишь ты его или нет, лишь бы ты что-то делал. А христианство, наоборот, говорит: ты лучше ничего не делай, если ты не имеешь любви к тому человеку, которому ты служишь. Ты должен любить этого человека. Еще хотел прочитать послание Галатам, 5 глава, 13 стих, где апостол Павел добавляет одно слово вот в эту мысль: любите друг друга, но он еще одно слово туда вставляет, которое очень поможет нам понять важность вот этого выражения: любите друг друга. Смотрите, он говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот это слово «служите», он добавляет это совсем другую как картину, что невозможно любить без служения. Знаете, к сожалению, очень многие люди служат без любви. Когда вот кто-то попросил, ну, нужна помощь церкви, и люди приходят и не имеют какое-то желание, не имеют любви, и просто делают. Но это нехорошо, мы понимаем, нужно делать с любовью. Но знаете, невозможно любить без служения. Невозможно любить без служения, потому что когда мы любим не просто словами, но мы любим делами, доказываем эту любовь на самом деле. И третья мысль, почему нам нужно любить друг друга, это потому что это пример Христа. Это пример Христа. И он здесь говорит вот в 34 стихе, вторая часть, он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Он говорит, это пример. Если Христос оставил пример, Он хочет, чтобы мы шли по Его следам. Он оставил нам вот эту любовь агапе, которая невозможно понять, если мы не имеем это отношение со Христом. Это совсем новая любовь, высокая любовь, которая не сравнится с любой любовью
на этой земле. Иисус, Он возлюбил нас этой жертвенной любовью, отдав Себя в жертву на Голгофском кресте. Знаете, Иисус, вот Он только что умыл ноги Своим ученикам, Он готовится для того, чтобы исполнить этот подвиг любви на Голгофе, и тут Он не о Себе заботится, а о других, Он заботится о Своих учениках. Он говорит: «Меня скоро не будет с вами, но когда Я уйду, вы все будут знать Меня по вашей любви между собою. Если у вас не будет любви, то люди не будут знать, что вы были со Мною». И Иисус хочет, чтобы мы любили поступками, и смирением, и вот жертвенной любовью. И вот 1 Иоанна 3,16, стих, который этот же автор говорит, но он пишет в своем послании. Очень легко запомнить 1 Иоанна 3,16, Иоанна 3,16, просто добавляйте номер один, и это легко стих запомнить. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев». И знаете, не у каждого христианина на земле будет такая привилегия, чтобы умереть за другого. Бог только некоторых призывает к этому. Но каждый из нас должен вот душу вкладывать, когда мы чем-то служим кому-то, служить душою, отдавать самое дорогое, не просто делать это поверхностью, но от сердца. Господь этого хочет от нас. Иисус также возлюбил нас этой праведной любовью, любовь, которая, как Иисус, мы знаем, Он принес благодать и истину, и в Нем это было видно, совершенная вот эта любовь. Давайте вспомним этот пример женщины, которая была взята прелюбодеянии, явный грех, явно достойна была смерти, но ее привели вот эти мужчины, которые хотели побить ее камнями. Они любили закон, это да, они очень любили закон, но вопрос, как вы думаете, любили ли они ее в этот момент? Они ее не любили, они просто любили закон. Но что Иисус говорит? Он говорит: кто из вас без греха, тот брось первый камень. И мы знаем, никто не бросил, все разошлись. Иисус говорит: где твои обвинители? Никто тебя не обвиняет, и я тебя не обвиняю. Но заметьте, самое важное, что здесь Иисус говорит, Он говорит: иди и впредь не греши. Иисус не оставил ее в таком состоянии: хорошо, я тебя прощаю, но все будет хорошо, иди живи, как ты раньше жила. Нет, Он говорит: ты должна теперь иметь другой образ жизни, потому что Иисус проявил к ней любовь. Знаете, Иисус также любил закон, но в этой ситуации Он ее любил также. И через эту любовь эта женщина увидела свой грех, и она желала покаяться, желала оставить вот этот образ жизни. Иисус также возлюбил нас этой неизменной любовью, которая не меняется, которая не перестает, которая не зависит от обстоятельств. Знаете, вот материнская любовь, она очень похожа на вот эту любовь, когда ребенок в 2 часа ночи, в 3 часа плачет, болеет, может, нужно переодеть, нужно что-то, ребенок непонятно, что происходит с ним. Мать в любое время может свои личные чувства оставить, ей хочется тоже отдохнуть, но она все это оставляет, чтобы позаботиться о ребенке. Это любовь матери. И Христос хочет, чтобы у каждого христианина такая была любовь, независимо, какое обстоятельство, близко ли мы ходим со Христом, или мы, может, споткнулись. Господь не перестает нас любить, Он, наоборот, хочет нас вернуть ближе к Себе. И знаете, иногда христиане говорят: ну, я больше не могу любить свою жену, я не могу любить своего мужа больше, потому что вот это невозможно. Но знаете, Христос дает нам эту возможность любить, даже в самых трудных обстоятельствах, когда мы позволяем вот Христу действовать в нашей жизни. Братья и сестры, Бог повелевает нам любить постоянно, даже когда кажется это невозможно. Если это Он повелевает, то Он даст и возможность это исполнить. Он никогда не будет требовать от нас того, чего мы не можем исполнить. И последняя мысль, братья и сестры, почему нам нужно любить друг друга, это потому что так познают Христа. Так познают Христа через нашу любовь. И это 35 стих.
Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Знаете, Бог хочет, чтобы все христиане могли познавать по любви, не только по внешности, хотя это важно, чем-то отделяться от этого мира, хотя это не самое главное. Если мы не имеем любви, то внешний вид тоже не будет влиять на окружающий мир. Господь хочет, чтобы мы нас познавали не по красивому зданию или по наклейкам на нашей машине, но наоборот, по вот этой любви, которую мы имеем между собой. И не только между собой, как в церкви, а тех, которые внешние люди. Мы тоже должны их любить и показывать эту любовь Христову. Братья и сестры, Христос хочет, чтобы нас познавали по нашим поступкам друг к другу. И поэтому очень важно помнить, кто наши друзья, потому что наши друзья будут влиять на нас. Если у нас хорошие друзья, они будут влиять в положительную сторону. Если плохие друзья, они будут влиять в плохую сторону, и это будет отражаться, потому что как хорошо, когда люди говорят, ты очень похож на Христа, потому что мы время проводим с Христом, и Христос в нас преображается. Но если у нас плохие друзья, то у нас будут плохие сообщества, мы будем отражать очень плохую сторону, и поэтому очень важно помнить, какие наши друзья. 1 Иоанна 3:18, также Иоанн говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Делом и истиною. Любить не просто словами, но на деле. И когда ты видишь, что кто-то нуждается в какой-то помощи, и ты решаешь ему помочь, мы в этом показываем любовь Христа. И это мы как раз доказываем, что мы принадлежим Христу. Знаете, в заключение я хотел просто, чтобы мы вот эти слова, которые мы прочитали, подумали об этом, как это связано также и с этим праздником в нашей церкви и нашей стране. Мы празднуем наших матерей, мы ценим их. И мы понимаем, что матерь, она вкладывает все для того, чтобы ребенок мог вырасти. И даже когда матерь уже бывает пожилая, на одре болезни, она еще продолжает молиться за своих детей, которые, может, еще не покаялись, за своих внуков и правнуков. Эта любовь, она не имеет времени, она продолжает всегда заботиться, любить своих детей. И такая любовь должна быть у каждого христианина. И знаете, мы должны любить друг друга, потому что это прославляет Христа, как мы уже слышали, что Он в нас, и мы в Нем. Мы должны любить друг друга, потому что это повеление Христа, а не просто желание. Вот так, как у нас есть заповедь участвовать в хлебе преломления, мы это делаем, мы не спрашиваем, нужно это делать или нет. Это заповедь, и мы это делаем. Также и любить – это заповедь, мы должны это делать всегда всем вокруг нас. И также мы должны любить друг друга, потому что это пример Христов. И Христос хочет, чтобы мы преображались в Его образ, шли по Его следам. И также мы должны любить друг друга, потому что этим познают люди нас. Дорогие мои братья и сестры, мы можем помолиться, кто-то может помолиться за своих матерей, кто-то за церковь. В общем, мы можем прославить Господа и попросить, чтобы Он дал нам возможность больше любить так, как Он хочет, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Давайте помолимся.